Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Да, всем привет. Час поздний, но мы бодрствуем, все дела. Вот, решили тут поиграть в Gunfire Reborn. Вот, прикольная такая китайская игрушечка на тему китайского фэнтези, азиатского фэнтези, сколько там дотрагивается, и всякие филиппинские, японские, какие-то там еще образы. Вот, так что это очень специфически и интересно с точки зрения европейского жителей европейской культуры, если так можно сказать, взгляд. И, короче, с этой точки зрения мне игра понравилась, потому что она нестандартная фэнтези, но и при этом как бы шутинг, рогалик и кооперативчик. Вот. Ну, интересно. Я первый раз эту игру вообще в глаза вижу. Пока что вижу кошка-женщин. Не кошка-женщин, это зайчика-женщина. Зайка-женщина, да. И кошка-мальчик. Или нет, это кто у меня? Это лис? Котик. Наследный принц. Котик. Да. Братюня. Короче, да, ну интересно. Посмотрим сейчас хоть... Посмотрю, как обычно, у тебя 188 уровень, а у меня первый. Ну да, я там как-то, как она появилась, я сразу же такой, что-то начал очень сильно, мне очень сильно понравилось, и поскольку там мало ачивок, это я как человек-коллекционер, очень люблю херачить в этом смысле. Ну что, у нас будет... Ну отлично, все, посмотрим, попробуем. Да, тут такая фишка. Я пока только тренировку прошел, понял, что можно уклоняться, есть спешалы, и можно подбирать оружие, в принципе, да. Да. Вот. Что, какая фишка тут? Пинг, конечно, ахтунговый. Ну ладно. Но фишка тут в том, что... Фишка тут в том, что если начинаешь сессию, то двигаешься только с той командой, которая есть. К сожалению, они не сделали так, чтобы можно было как бы иметь дополняющуюся. Ну, это знаешь, как Little Company. И в Little Company это большая проблема. Вот. Ну особенно, да. Когда там ходит, кто-то уже начал, а ты хочешь присоединиться, и потом нужно перестартовать. И, в общем-то, мододелы показывают, в какую сторону нужно смотреть. И если разработчик не слепой и не дурак, то он, конечно, уже увидит, что нужно. Ну вот в данном случае тут, ты знаешь, китайцы сами себе на уме. Вот. Да, это точно. Да, так что. Ну будем посмотреть, как говорится. Да, давай посмотреть. Так, сейчас. Подборный нажал. Могут кто-то подсоединиться? Да, посмотрим. Может присоединиться, может нет. Разберемся. Подождем немножко. А что по сложности, она хардовая вообще игра? По сложности она такая специфическая. То есть у нее есть момент того, что ты себе на боссах очень можно подкиснуть. Понял. То есть если ты не знаешь, как их проходить, то можно подкиснуть. И, собственно, первые уровни там много раз подыхаешь, и как-то это немножко напрягает. Ну понятно. А так в целом приятная такая игрушечка. Вот. Достаточно сбалансирован. Там можно, конечно. Ладно, походу никого особо нету, так что давай начнем. Да? Ну давай. Да, давай, да. Тут такая фишка. Че, мы вдвоем не справимся, мы тут всех порвем. Конечно, да. Вот. Тут еще фишечка в том, что shift, ну, нужно уворачиваться, но уворачивание вот этот вот shift, он довольно медленно восстанавливается. А, 3 секунды, понял. Да, действительно медленно. Вот. Так, итак, это мы где вообще? Это мы начало. Как бы только начинаем. Кае это спешл какой-то, да? На кучу-то какие-то спецспособности. Ага, понял. Это он мне там поговорил в учалке. Какая тут клавиша использовать-то? F. А, F. Ага.
Понял. Но мне пока ничего нету. Пойдем, да. Я тоже уже немножко подзабыл, как играть и все эти вот. Хлеб Лунлина. А? Тут еще полезные эти всякие вазочки разбивать, если ты видишь. Там типа. Понял. На QE спешил. Вот у тебя там гранат, по-моему, и цепи. Угу. Чтобы обездвиживать. Так, а приседать тут нельзя, да? Я так понимаю, здесь особо и не надо. Не-не-не. А Friendly Fire тут есть? Да вроде нет. Смотри, вот тут иногда появляются такие штуки. Это оружие такое. Можно использовать. Угу. Ну, то есть менять на оружие второе. А, ну, собственно... Если я его возьму, у тебя не будет, да? У меня не будет. Ну, нет, тут еще фишка в том, что есть какие-то оружия, которые ты можешь обозначить, что... Но они для другого не показываются, например, когда босс там. А вот я сейчас, да, ты показал, и у меня появилось копье, понял. Вот-вот, оно показало, ну, видимо, то есть вот показалось для меня, и я могу вот как-то так вот на вешечку обозначить, и оно обозначится для тебя. То есть ты можешь выбрать, то есть забрать его. Понял. Вот. Ну что, я возьму тогда поджирателя звезд? Да, бери, если хочешь. То есть все равно два оружия можешь брать, то есть у тебя есть... Три оружия, это одно вот. А, я понял. Пистолет, а второе так, это вот. А еще вопрос. Вот сундук с сокровищем. Если сейчас открою, подберу его. Это чисто мне зачтется или нам обоим зачтется? Но не надо его пока что открывать, потому что у нас есть вот эта вот сокровищница. Если ты видел, то есть теоретически ты пока не можешь, не мог его открыть, поскольку у тебя там низкоуровневый чувак. Но понял. Поскольку я уже прокачанный, то можем поиграть. Так, это взрывная бочка. Понял. Вот. И, собственно, тут такие закровищницы есть, когда они... Ай, блин, опять. Что здесь появляется такой свиток, который можно забирать, и у тебя будут бонусы. Вот фишка в том, что ты за всю игру собираешь все эти бонусы, чтобы стать круче, скажем так. Понял. А, тоже два свитка. Один мне отобразился, один тебе, да? Да, один мне, один тебе. И та же фигня, что если я выделил, то оно, собственно... Культный свиток. Ну, в данном случае это получается, что тебе нужно собирать свою коллекцию. А потом, если ты видишь, что тебе не нужно что-то, что какое-то... Ты просто его выделяешь, и люди могут... ну, свою синергию, так сказать, собрать. Потому что у тебя... Понял. Еще... Кроме свитков, еще будут апгрейды непосредственно на твоего персонажа. Вот, урон. При падении на землю. Давай, возьмем. Ай, блин. Давай, я возьму. Все, пойдем. Вот. И вот тут вот в сокровищницах берутся эти свитки. И, собственно... здесь вот. Угу. Но это все равно каждому еще добавляется. Наверное, это можно делиться тем, ну, то есть делиться в смысле, что кто-то другой может взять потом. Я уже взял свой. Понял.
А все, нельзя заспамить кнопкой поделиться. Так, золотой кубок. Выберите преимущество. Заряженная сфера, удушающий дым, дикий огонь. Вести урону. И вот смотри, что там... Какой последний навык? То есть, оно там офигенно может быть тоже синергия в плане того, как это сочетается между навыками. Mm-hmm. Ну, это со временем там поймешь, как бы. Можно сейчас не то, чтобы не париться, но тем не менее. Живее, оно есть. Понял. Так, все, вроде все взял. Угу. Идем дальше. Да. Так, а что? А, это цифры оружия, я понял. 1-3 это оружие. Угу. Так, а этапы здесь. А, вот этапы снизу, да, то есть отображаются. Этапы? Понял. Да. Давай вначале с этим разберемся. И тут сундук этот есть. Да. И он хитрый сундук. Красный сундук это такой, который всякие с условием. Понял, я уже вижу. Потерять здоровье, получить 326 монет или потерять здоровье и получить случайный обычный свиток. Монеты тяжело зарабатываются? 326 монет это много в этой игре? Ну там бывают кузнецы, которые у которых ты покупаешь апгрейды. Ну, скорее здоровье, знаешь. Проще. Ну у тебя сколько монет? Сколько монет? Герой сейчас гляну, блин, я уже забыл. Блин, а где она видится? Я что-то забыл. Туплю. А, ну вот на C нажимаешь, и что тут можно увидеть? А, нихрена тут не видно. Ну, короче, это в процессе... Я понял, ладно, возьмем деньги. Ладно. Вот я же в следующей комнате. Так, а аптечки тут бывают? Аптечки? Какие-то да. Были. Или мне так кажется? Что-то я по старой памяти беру именно вот, не сильно пугаясь от того, что у меня здоровье улучшается. Пользуйся этими навыками. А, пользуйся. Молодец. Да, я что-то заметил, что гранат здесь много, можно не экономить. Да, не в этих самых вазах всяких. Чё? В гробницу. Я за гранатой вернулся. А я пошел за гранатой. Ой, вернулся. Тут смотри, тут это самое. Тут есть такие гробницы, в которых нужно. Блин, как это сказать? Где место бойни, ты аркадные платформы. Ты зашел в следующую комнату? А, нет. Не понял, где это, честно говоря. Сокровищница. А, понял. А ты здесь подбирал оружие? Оно не пропадет, если не подобрать сейчас? Не, нормально все. Да я к тебе. Осторожней. Хрена себе. Что за валуны тут такие катятся? Ты где там? А ты уже там? Я здесь за валунами. Тут довольно просто, если понять вот эту вот идею.
и та же фигня здесь. О, это стандарт двери. Ну, ты не обозначай сразу, ты вначале сам посмотри, нужно ли тебе, а потом уже... Выгодно ли тебе его брать, а потом Ой. Уже, собственно, обозначай. Да. Сотрясатель холмов. Ядовитый аура. Давай возьму, что ли. Тут еще можно продавать оружие, если тебе не нужно. Тебе нужно это оружие? Вот это вот. Так, а он старый выкидывает, да, если какое-то меняется оружие? Да. Я могу выбрать и посмотреть, что выкину. Да-да-да. То есть, то, что ты выкинешь, это не обязательно, что навсегда. Понял. Так, вот оружие я тоже там выкинул, не знаю, надо тебе, не надо. О, смотри, там, там же вот этот вот зеленый, зеленая подпись, это обычные, ну, common ага. условия. Красная это, то есть не красная, это вот синяя, это уже улучшенная. Это. А слушай, от кубки поднимаю, повышаю себе стихии и прочее, это только на уровень распространяется или сохраняется на будущее это тоже? На всю сессию. На там всю сессию, еще... потом заново да. надо будет подбирать, то есть, да? Да, да, да. Но у тебя есть еще уровни, которые ты вне сессии качаешь. Угу. Вот, так короче, сюда. Это как в репауте своего рода, да, терминалы для улучшения. Типа того, да. Но это рогаликовая фишка. Интересно. Я взял себе снайперку. Ага. Не знаю, зачем она, конечно, здесь может понадобиться. Я... Вдруг понадобится. Не, прикольная штука. Продаю. Так, еще раз забыл спрашивал. Friendly Fire тут нет, да? Ну, постреляй в меня, узнаем. Не, нет. По крайней ну, мере, на этом уровне нет. Все, не надо тебе обморожение, да? Не, а вроде нет. Тут просто, если эй, нажать так, Z... Обморозился может... сегодня. Если нажать Z, то можно продать вещи. Ага, понял. Вот. Ладно, пойдем дальше. Ну это когда они лежат, да? Ну да, когда ты скинул их. Понятно. О, вот у нас этот... Тут залетающая голова. А, это жук. Ага, давайте посмотрим, что у торговца. Давай. Вначале собрать нужно все эти вещи, а потом пойти к торговцу. Вот, смотри, тут какое оружие. Это если ты хочешь в милишку пойти. А мне тут катана какая-то. Вот-вот, я тебя выделил ее. Понял, не, ну с моим уровнем здоровья пока лучше, наверное, милишку не идти. Это что? Пул автомат. Ну, не этот автоматический, но по 3 патрона. Ага. Так, ну, блин. Здоровье... Патроны, кстати, уменьшается-то. Ну да. Ну что, нормально? Так, тебе такая не нужна или продать ее? Нет, такая не нужна, продавай. Угу. Даже не знаю. Так. Это тоже можешь. Ну, катана не нужна, да? Я продам тогда. Все. А теперь пошли это к этому такое? Товарищу. Вот. Деньги забрали. А, так я могу еще и подбирать вместо другого оружия и выбирать. Я понял, прикольно. Ну, у тебя два оружия, да. У меня сейчас три.
Внутри оружие. Да. Оно пистолетик этот. Ну, не пистолетик, как не знаю, как там называть. Так, 4, что, 7, все понятно, идет нафиг. Так, на какую продавать, ты говорил, что-то я не вижу, у меня кнопки за. Продать. Ну, то есть, подходишь... На это у меня, типа, сравнение написано. И задержать. Странно. Ну ладно, это, видимо, какое-то еще базовое оружие. Получилось, нет? Видимо, да. А у тебя тоже не продается оно, что ли? Да. Ладно. Ну, это не мое изначально. О. Так, бродячий торговец. Волшебная булочка. Восстанавливает 30% здоровья. Пополняет все боеприпасы, гранаты, ядовитые аура. Аргус плюс 2. Наверное, аптечку возьму. Остальное вроде оружие нормальное. Надо потестить еще. Эх, одну всего булочку продать может. Там потом можно обновлять этот ассортимент. У него есть такой навык, так сказать. Эй, получается, только бы денег хватило. Этот кузнец. Это такой кузнец. Которого можно улучшить оружие. Вот. А улучшается тоже только на текущую сессию, да? Ну, на всю сессию, в которой ты играешь. То есть. Угу. Ну давай попробуем улучшить. Урон от Шрога. До концов поменяли здоровье на улучшение. Пойдет. Снайперка. Отлично. Пошли в сокровищницу вначале. А потом уже. Их можно уничтожить, да? О. А, металл, гранат вот эти. Блеф наносит дополнительный урон при максимальном здоровье. Ну фиг его знает. Нужно тебе, не нужно. Мне все равно не максимальное здоровье. Не,
нормально, если хуже не будет. Ну давай. А, у тебя, кстати, тоже здоровье не максимальное же, вон, ну, видно. Да. Типа. Так, свиток. Дает 2 мгновенных возрождения, максимальный щит, броня и здоровье мешает 2 оккультные. Свиток разрушается после 2-го возрождения. Понятно, прикольно. А, извини. Решился, все сделал. Да, все. Ага, последний уровень перед этим самым. О. Это бонус. Сюда, сюда, сюда. Не иди вот от начала. Потому что там переходишь в комнату и сразу. Сразу же все. А, это поговорить опять. Хочу узнать больше о твоем сокровище. Отдать денег и получить роскошный подарочный набор. Блин, свитки или оружие? Свитки или оружие? Ну, если ты хочешь с этим оружием, проходи дальше до конца, ну, выбирай надписи. Если хочешь что-то новое посмотреть, то свиток. Понял. Свиток, скрытая работа. Окей, все. Ага, иски. Так, бочки лучше, наверное, не взрывать, да? Ставить на босса. А тут босса не будет. А, понял. Босс будет уже потом. До конца, а потом будет этот, посмотрим, что у нас тут. Сокровищница там еще, да? Да, сокровищница. Тикатор. Ну что-то такой себе тикатор. А, он заряжается. Там с золотой надписью. Я там секатор. А ты выбираешь себе? Угу. Она еще лежит. Ну это ты продавай. Не, не продается. Если не продается. Ну у тебя должно быть несколько. Ты помнишь, какая другая стоит? А, может тебе просто перка нету такого. А может быть. Ну то есть еще там вне сессии нужно еще таланты развивать на всех персонажей. Понял. Вот. Ну да, я еще, как говорил Буш, я еще простой сельский парень. Ага. Тут видел этот? Бум-палка. Ух ты. Это что-то другое, это нет, там другое было. Я мерцание. Прикольно. Забавно.
Тебе не нужно? Нет. Я пока просто с оружием побегаю. Потом в следующий раз попробую уже другие. Так, сундук с сокровищами и сокровищница у нас тут, да? Ага. Сокровищница там. Вначале была. Да. Сундук с сокровищами открываем. Пистолет с ядовитой аурой. Вот этот. Ага. Пошли вначале туда, сходим. О, а что это за палочки такие? На них можно наступать? Не рекомендуется. Так, то есть это раз пошел, да? Что это было? Вообще куда? А там сверху еще один. Это меня открывается еще. А, понял. Удило страшно. Думаю, что-то меня взрывает, да? Это ты. Тут я не понял, как это препятствие обходить. Присесть нельзя. Перепрыгивать только получается. Перепрыгивать, да? Че? Оно там, ну, только в одну сторону получается открывается. Удобно перепроходить. Ой, аж три свитка. У тебя тоже три свитка? Да, выбираешь один из. Ага. Выстрели зарядка. Смена оружия восполняет магазин, дает 30 шансов удачного выстрела. Я пойду там открывать уже. Ты уже отсюда ушел, да? Да. Я понял. Здоровья у меня, конечно, много. Да, есть чуть-чуть. Так, у нас сейчас, значит, склеп Суньвы не будет, да? Вот Суньвы, да. Конеголовый. Каменный голем. О, подлечиться. Падла. Смотри, какой падла цены задрал, как. Ага. Ладно, патроны, окей. $320. Пойду дальше. Пошли, я вроде все. Голем. Японский.
Спрятаться за этими. Он, его поглотил варп. Не говори. Его глаза зеленые. Что ты до меня докопался, а, паразит? До всех докопался. То есть прячься за этими. А, тут не обязательно прятаться прям в упор. Просто по... Понятно. Так, возродиться. А что делать? Подожди. Ой, блин. А ты меня можешь поднять? Отлично. Спасибо. Ну, правда, я не помню, чтобы это было слишком много. Раз. Ты прячешься за этими самыми штуками. Спасибо. Что-то еще то, что я там сейчас. Ачивка смерть в течение 10 секунд после возрождения. Ему в эти самые, в эту дырку, откуда он шмаляет. Ой, блин. Слушай, ну мы довольно успешны, блин. Пошло. Дай 5. Надо было всего лишь понять, как это сделать, и все пошло. Ага, да, теперь... держи. Бонусы собирать. Так. Я так понял, у тебя свои монеты, у меня свои монеты, да? Потому что ты бегаешь, и они не поднимаются тобою. Да. Стихийный магазин. И дымовые гранаты. А, у меня дымовые гранаты же, да, точно. Так, здесь вроде все, осталось только теперь посмотреть, что за оружие. Сот 80. Ни хрена у нее урон. А это 119x13. Это что за саламандра?
Ты можешь использовать, как бы, попробовать и потом выкинуть. Ну, в смысле, взять вот так вот. Такая ага. Вот. Интересная, кстати. На себе. Только она никакая пока что. Снайпер у нас такой собачка. Ну вот я. Собачка леопардик. Снайперкой. А, я вот с этой снайперкой бегал, она, конечно, прикольная, но вот вот какого арбалет снайперский, у него урон 580, как бы, в два раза выше, чем у снайперки. Ну так он стреляет по-другому. Ладно, мы готовы. Да. Да вроде, да, вроде все собрали. Больше ничего тут. Сейчас я гранатки, может, еще подберу. Ну нет, вроде все полные. Патроны, запас гранат. Все, да, готово. Все. Продам все лишнее. Пригодится. Все, пошел. Тихая охота. Пойдем тогда. Кто-то переиграл Ведьмака. Какая охота. Дикая охота. Дика. Я подожди, да. О. Вот здесь можно восстановить здоровье. Да? Здесь есть волшебные эликсиры, чтобы поправить здоровье. Прикольное сочетание иногда бывает. Тут пока здесь ничего нет, только непосредственно. А где следы от моих кошачьих лапок? Это очень лоу поле. Поэтому она весит 3 гигабайта. О. Так это у нас теперь... Desert location. Да, Эль Локо. Пошли в... Карак, да? Карак. Да-да-да. Гребаная Таидани. Была такая планета. Да там всего ничего эти планеты осталось. Ай. Да. А, супер. Какое такое есть? Интересно. Гроза. А булочки еще Гроза. Есть. А булочки не делятся. Девяносто два умножитель критического 2.4 100 секунд. Деревятник 3, конечно, покруче. Так. Все, продаю. Да.
монетки. Эй, сундук сокровищ. Все, вроде взял все. Теперь у меня двойной навык получается, отлично. Выпустите за локацию. Угу. Еще можно смотреть, что там у товарища. Но это реально надо вспоминать, какие там есть. Не, наверное, это нормально, потому что в определенный момент не то что высматривать, типа, что есть, что ищет. Ну, то есть специально, чтобы были какие-то энергичные штуки. То есть я там свой этот самый свиток скидывал, если что. Вот такой обмен производился. Понятно. Это, наверное, более адекватно для более сложных сложностей. Так, у нас тут кузнец, можно прогрейдить оружие. Ой, кто тут? А, там. Не заходи далеко. Я уж понял. Так, 205-640. Короче, я понял, здесь надо качать какое-то конкретное оружие, которое тебе понравилось, да? Ну да. Все по чуть-чуть, не особо правильный вариант, я так понимаю. Ну, в общем-то, да. То есть, как бы... Есть шанс, что у тебя появится что-нибудь прикольное. Но скорее, ну, чуть позже. Но это если там что-то выучил уже, как какие оружия будут. И что-то хочешь реально. По спешлу. В целом, да. Нашел какой-нибудь более-менее прикольный вариант и просто вперед качаешь его. Конечно, может поменяться ситуация, если ты какой-нибудь офигенный самый найдешь свиток или что-нибудь там вроде. И такой, блин, я хочу построить свою стратегию, основываясь на нем. Вот. Но... Там меч был. Это еще электрическая дуга. Тебе не нужна электрическая дуга?
Сейчас. Мерцание. А на мерцание это у тебя было. Меч не нужен. Интересуешься? Меч? Да. Да не знаю, сейчас посмотрим. Электрическая дуга, я продаю. И хрена у него этот самый урон этого меча. Ну, он такой, но зато он ближний бой. Классно. Привет, картофель. Спасибо, у меня дела нормально. Как у тебя дела? Привет. Че, картофель? Да, он написал картофель. Картофил. Две Е. Любитель карт? Видимо, да. Выбрал уже все. Пойдем. Да вроде да, все, пойдем. Угу. Ну ты не скучай, посиди с нами. Угу. Такая вот игрушка. Да. А, это торговец. Ой, точнее кузнец. Вечно я бедному кузнецу напихиваю. О, тут еще любитон. А ну иди сюда. О, вторая эмба. Короче, надо вначале напихать монстром. Пошла, пошла, пропашка. Все, теперь я воин рукопашного жанра. А этот котенок, он такой достаточно универсальный, можно и как этим, как стрелком и как бойцом нижнего боя тоже. Он, конечно, вроде как не считается за то, что у него есть какие-то вот эти вот офигенские ближнего боя, то есть нет у него таких. Он, но он чистый элементалист, то есть он усиливает урон всякими огнем, там, электричеством, ядом. Вот. И за счет этого он просто, ну, может чем угодно, хоть ближним, хоть дальним бить. Такая концепция. Ну еще гранаты еще. Если он обездвижил одним навыком. То есть это дает ему бонус. Вот тут есть. Пильная. Вот, это тебе, наверное, пригодится. Циркуляр стрел. Циркуляр стрел, не так. Энтузиаст в коррозии. Нужным, да? Так, бум-бум-палка. Я уже продал. Не нужно было? Не, да, не нужно. Я вроде все... Не. Пешки, я тогда продаю все. Я вроде все есть. О, вот еще смотри, смотри, еще. Что там есть? У меня такой есть свиток, если надо, забирай. Что там после убийства? О, прикольно, спасибо. Тут этот сундучок. Или пошли ну, в начале сокровищницы. Или говори, подожди, или отойди. Пошли в начале сокровищницы. А я могу нажать не в этот раз? Я потом смогу вернуться еще назад? Просто escape нажми и все. Либо непонятная ситуация, жми escape или перезагружай компьютер 3 раза, да? А ну иди сюда, падаль.
Котяра. Полубосяр. Сейчас я ему сзади напихаю. Да ты красавчик. Просто от души напихал. Так, а это что за шары? Это мины, что ли? Да-да-да, уходи, уходи из красного зоны. Понятно. Сотрясатель холмов. Это что за оружие? У нас там сотрясатель холмов второго уровня. До четвертого. Ну, конечно, надо брать тогда. А, подожди. Подожди, я вот это вот беру. Это четвертый. Не знаю, какие там у тебя видны, какие нет, но вот у меня все, что здесь лежит, я пометил. Подожди. 448. Сундук с сокровищами можно же открыть уже. Ладно. Сжигая мосты. Да, можно, можно. Качественная обувь. При получении урона больше 20 максимального. О, при получении урона больше 20% от максимального все навыки восстанавливаются. Какие навыки? А, ну понятно. Подожди, вот мне кажется, что у нас... тебе... У нас разные или одинаковые свитки на троих? Разные, по-моему. У меня тут кровавая реликвия, запретная пуля, а нет, да, понятно. У меня такого нет. Я вот это возьму. Я взял себе качественную обувь. У тебя что там было? Качественная обувь, какие-то все навыки при повышении урона и что-то еще, не помню. Но я посчитал, что в рукопашном бою самое главное это обувь. Мне кажется, что тебе пригодится. Ты у нас стихийный чувак, и поэтому тебе это полезнее. Да. А ты как-то выкинул ее, или она лежала, и ты просто пометил ее? Нет, это можно зайти через таб в оккультные свитки. Ну, то есть, там менюшка это вот это. И потом зажимаешь правой кнопкой на иконке и... Понял. Как-то так. Вот. Ну, у меня вроде все полезные. Такой тебе не нужен. Вот, выкинул. Нормально. Могу взять. Тебе не нужен? Да нет. Получается, нет. Пошли. Я вначале этот возьму. Так, что там? Стихи. Ну привет, сундучок. Или говори, или отойди. Попросить оружие. Отдать, получить случайное оружие. Попросить улучшение надписи. Что у нас? Кирпич. Тут оружие, кирпич есть. Так, вот вроде ничего интересного для меня сейчас нету. Люська, вероятность крайне мала. Могу тебе купить оружие, меч, поток света. Будет, что он там,
5 ударов молнии перед собой после короткой зарядки, урон от молнии, 50% наносит урон от шока, 15% к общему урону, бла-бла-бла, всякое такое. Хочешь? Да я только что сейчас прокачал этот меч себе, ага. Плюс у него урон 1015. Окейшки. Пока, наверное, его оставлю. Так, что ты тут делал? Ну, здорово, интересно. Дядя. О, я думаю, тебе надо отдать. Ожога. Сейчас я тебя скину. У меня как раз огонь прокачан. Сейчас. Угу. Бери. Реликвии стихии? Да-да-да. А, спасибо. Пожалуйста. Вроде бы все, да. Это бы нас... Ну вот, я все бабки спустила. Все, пойдем дальше. Да, полетели. Прикольно. О, кузнец опять сразу же. Бандит-канонир. Лови гранат. Порезал. Это ты порезал, я только подбежать успел. Так, ну кузнец как-то не к месту, да? Слишком быстро. Да. Yeah. Мне не хватает чуть-чуть монет. Но с монетами я, к сожалению, помочь не могу. Честно, почему легендарный подарочный набор стоит дешевле, чем редкий подарочный набор? Там... А, это редкий свиток. Гарантированный и не гарантированный. Так, если мы дальше пройдем, там монет у нас не может быть. Мне не хватает, блин, всего 30 монет. Ну, ты просто выйдешь за дверь, и у тебя потом что-то больше не зайдет. О, вот, вот. Нет, сейчас. Так, я сейчас откисну. А, я что все. Что-то... Что-то быстро. Что-то откисну. Я думал, ты какой-то там ползешь или что-то такое. А я что-то раз-раз, у меня ползунок быстро убежал и все.
потому что тут. Я даже честно не понял. Может быть. А я появлюсь, интересно? Ну, с уроном, может, и появишься. Не помню, будьте возрождены после победы над боссом. Союзники могут возродить вас у бродячего торговца. А, ну вот, это тоже вариант. Так, не так. Тогда быстренько денег надо собрать и надеяться, что появится этот телефонный пирамид, блин. Деньги. Бабки. Бешеные. Что там у меня? Картофель, ты еще с нами? Или ты ушел? Посмотрим, что нас ждет. Лягушонок. А, лягушонок перед боссом же появляется. А босс, интересно, скоро уже будет? А да босс вертолет. Последняя это самое. Последняя комната была. Понял. Так, что за нас паранормальность? Максимальное здоровье равно 1, но максимальный щит и броня удваиваются. Иногда это офигенно полезно. Но если у тебя есть либо свитки, либо сами навыки, например, птичка, там щит хорошо так вот с этим свитком офигенно работает. Плюс 15 крон вот при каждом. О, прикольно. Возьму это. Сорян. Вот. У нас будет летающая птичка, довольно бесючий монстр.
казалось. Ну чё, ты где там? Дорогой ты. О, а вот и я. Хи-хи-хи. Вот и ты. Спасибо. А сколько я стоил, интересно? 552. Ого. Да. И не говори. Так, гранаты, патроны. Ох, чую, я сейчас не вывезу этого босса. Но как было написано все время, пока я за тобой наблюдал, никогда не сдавайся. Never give up, never retreat. Блин, я все жду, когда игра выйдет. Это Breath, вторая часть. Читал блог разработчиков, поржал. Они с присущим для игры юмора писали о своих планах. Это он будет ураганчики пускать. Понял. Не за тобой, а ты от них. Вы ураганы такие бесючие, а? Не спаньте говори. От меня. Ой. Ну что ты на легком уровне сложности? Да. Это ураганчики такие, от них прям вообще не скроешься, просто за тобой тупо летают и все. Ага. Ну только рывками, рывками. Так, что-то у нас тут такое. Вот и кубок. О-о-о, плюс, когда... Вот это тебе, наверное, надо. На секунду длительности демократа к интервалу урона. Я возьму. Вот это прикольно. А у меня такой есть стихийный магазин уже, свиток. А, да? Больше взять нельзя, да? Да. Окей, mm-mm. Хорошо. Что-то у меня еще есть. Урон от стихии. Ну, у меня шар, который... Это самое. Цепи. Наверное, мне урон от стихии не нужен. В смысле, почему не нужен? Ну, он же урон не наносит, он же просто оковывает, так сказать, опутывает. А, да нет. Это тебе как раз-таки, ты же... Ты какие там все навыки брал? У меня сфера опутывания и все. Сфера. Пока больше ничего нет. Мерцание. Так, а ты же мое оружие не видишь, вот то, что у меня выпало. Все навязывают бумпалку. Явно с отсылкой, да? Где Deep Rock Galactic? Ну возьми, возьми, дружище, ну поиграй в Deep Rock. Нет, 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 верните обратно. Я уже выкину. Он продает тогда все лишнее. И пошли дальше. Пошли. Да, пойдем. У меня такое, сейчас подождите момент.
О, прикольно. Тут у меня, смотри, синергия такая. Сейчас пойдем. Следующий уровень, я тебе расскажу, что у меня получилось интересно. То есть, если у меня есть такая, плыть по течению, перезарядка отнимает 10% магазина, дает плюс 10 урона к оружию. И когда в магазине остается меньше 50 зарядов, эффект пропадает, там все дела. А тут такая... А подожди, у тебя стихийная... Магазин есть такой. А, посмотри. Так, ты что-то Ну, выбросил или мне посмотреть? просто посмотри. Вот это вот есть у тебя. Ну, и есть у меня еще дополнительный такой свиток, что... Не стихийный магазин, да. А, уже есть все, да? Хорошо. Ну, ладно, Есть давай. прикольный, все подобранные снаряды будут преобразовываться в тип для текущего оружия. Прикольно. То есть, обстреляйся. Да. Ну чё? Пойдем. Да, помчали. Мы поедем, мы Отдых. помчимся. Это что у нас? Здоровье тоже? Да. Понятно. Отдых. Тут ничего нет. Тут просто коридор дальше. А, подожди. Дай-ка я тут до туалета дойду быстренько. А я уже F нажал. А, вот отмена, все. Минуточку. Раз, два, три. И локации. О, тут еще вторичное оружие, я что-то поступил. Ну, не вторичное, а вторичный урон. А, самурай, да, самурай, это моя тема, я с мечом. Бля, Кто тут сабля, хочет? вышел самурай. Да, все годом. Ага. Сокровищницу, да. О, ни хрена меня как. Ай-яй-яй, как быстро, быстро, сейчас откисну, откисну, нет! Всё, блин. Так быстро. Вот это, конечно, обидно. Так быстро, главное, вообще просто. Ты даже добежать бы до меня не успел.
почему мне не дают возможность за деньги вернуться? Дают, но при определенных условиях. Плюс 15 к защите брони. Интересно. Ладно, сейчас найдем какой-нибудь бомжик. Давай, торговец. Он мне нужен. Что-то на китайском написано. Не до перевод. Да, реально? Угу. В прошлый раз мне было написано, вы возродитесь после убийства босса, и союзники могут возродиться с убродячего торговца. Сейчас мне написано китайские иероглифы, босс, китайские иероглифы. Так вот, встретишь такую зайку в игре, и никогда не подумаешь, кто там по другую сторону монитора сидит. Это очень быстро. Быстро ты имеешь в виду, что я этот помер? Нет, эти помирают.
Прикольно. Пользоваться я, конечно, этим не буду. Прикольно. Ну как-нибудь потом. Конечно, будет интересно. Торговец. Лопатка. Вот здесь вот есть такой момент, что достаточно от бессмертия. Ударное крыло. Это у тебя твои дополнения выскакивают? Оружие, которое выпало, оно тут и подсвечивается. Мне ничего не выпало. Может, а это видите? Мне выпало, а ты не видишь. Я понял.
Что-то у нас. Золотой кубок. Эх. Сколько всего я пропустил? Да-да, тут есть такое. Чисто китайское. Не успел, опоздал. Видимо, жизнь в многолюдном Китае такая. Смотрел видео, тут недавно показывали, где мужик в Китае набросился на парня и стал его жрать в метро прям. Чего? Кто за трэш? Парень там лежит, а он его прям кусает, короче, пытается откусить от него куски. Кровюка, жесть какая-то. И мне больше всего нравится реакция народа вокруг. Все стоят, снимают. Парни там жрут. Но он еле выбрался все-таки. Слава его китайским богам. О. Ну это прям дичь какая-то. А. О, а вот и я, спасибо. Дорого на этот раз я стоил? Да нет. Сколько моя шкурка стоит? В районе тех же цифр. Понятно. А, 777. А ты тоже начинаешь с деньгами с нуля, так сказать, да? Кто? Я? Или у тебя какой-то запас денег есть там с прошлых разов? Я не помню. Может, какой-то был перк, но не то чтобы сильно много. Понятно. 50 крон. Ты там посмотрел, может, у этого? А у тебя нет денег, да? У меня есть 650. Но мне что-то не хочется их тратить, честно говоря. Сейчас. Подожди, у меня там был для себя какой-то. Спасибо. У торговца ничего интересного нету? Ударное крыло. От бессмертия. Вот, на тебе. Два тут. Так, вот это у меня есть. Спасибо большое. Вот это. Не могу подобрать. Сила стихии, да? Да. Прикольно. Так, а у меня закат бессмертия 2, а тут он продает торговец 3. Так, взять. Ой, блин, я к этому шел. Пойдите мне. Обидно. Ладно. Блин, жаль, я продать не могу. Воу, сейчас отдохну. Отходим. Тактическая перегруппировка. Это надо. Наверное, нет. Вроде ничего не надо. Выдаю.
Ну и там сокровищница, да? Сокровищница. Ой. Получил ачивку, которую не мог ачивку. Ой, ёбаный бабай! Ачивку, которую не мог получить с этого. С... Ярли Аксеса. А-а-а. Что там у нас? Так, нам в сокровищницу надо еще не забыть зайти. А давай. Предлагает отдать три свитка. Реакурных свитка. Какой сложный выбор, а? Как я говорил, кто не рискует, тот умирает. А, можно выбрать, что отдать. Ага. Плюс 40 скорости. Плюс 30 показателей щита на 6 секунд после использования дымовой гранаты. Доминирование грома. Но у меня же нет ничего с громом. Почему запахло печеньками? Мне, конечно, интересно. Пахнет печеньками, как будто кто-то стал дома печь выпечку. Угу. Дома что? Никто не может начать печь выпечку сейчас. Ты часто меняешь оружие? А, нет. Окей. Ну, меняю, но не часто. Хватит идей.
следит за этим самым, за свитком. За белым кроликом? Да-да-да. О, как раз таки отдал этот свиток, он же мне вернулся, отлично. Все, босс. Босс файт. Боссов зачем? Микрофон. Уронил. Так, у меня есть. Стикики внезапно заработало. У тебя эти самые эффекты молнии есть? Нет. Окей. Окей. А, я готов. Я вроде тоже. Тут то ли корабль, то ли змея будет. А вот змей. Тоже уворачивается себе. Змей Горыныч. Ясно. Быстро. У меня, видимо, оружие какое-то такое. С бонусами. Это какие-то эти бонусы нечестные. Тут такая игра, знаешь, китайская, одна когда так. Мы дальше шли к нему. Да-да-да. Есть такая. Лимитки 13. Надо второй уже. Я все равно даемся, пользуюсь. Всё. Так, ты уже ушел? А ты не, тут? Еще... А почему ты уже... у нас тут два портала? А, это, кстати... а, это можно закончить? Вернуться в трактир? А можно следующую локацию, последнюю, на данный момент? Ну чё, как настроение? Ну, цвет настроения серый, или как там? И, да. Пошли в следующую локацию. Пошли. Ты мне все какой-то кулак показываешь, а как мне тебе его показать? А я тут на V нечаянно нажал, казалось, можно. А. Ну, V зажать. Надо на метка. Понял. Надо переназначить. Понял. Кстати, сделаю. Понял, нормально. Принял, обработал. Уж туток. Уж. Угу. Не помню.
Давай попробуем. Ну, запахи по квартире. Теперь запах, будто что-то горит. Пойду-ка я гляну. Иди глянь, да. Так, я тут. Ага. Оказывается, действительно кто-то печет печеньки. Сейчас я думал, все спят. Ну что, оружие не нужно? Да вроде нет. Все подобрал. Пошли в землю, в землю страну. Сейчас есть. Привык уже к тому, что надо на определенном сочетании. Сейчас я переназначил, буду тупить. А, блин, а че я так быстро перескочил-то? Я же не этот, аптечку не сожрал. Ну ладно. Сейчас найдем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, я сейчас откисну! Блять. Отличное начало. Как ты так быстро? Что за херня? Почему я так быстро, да? Ну тут есть. Ты даже подойти не успеешь. Это, наверное, эти навыки будут у тебя потом, когда ты наберешь, то у тебя увеличится время. Так. Наверное... Что первые разы, когда было так с боссом, вроде так не было. Ну да, видимо. Или может это с каждой последующие разы там. А если ты сейчас тоже помрешь, то все, вообще мы все провалили. Ну как? Ну мы же не провалили, мы до 4 уровня. В целом, да. А сколько всего уровней? А, это последний, по крайней мере, на тот момент, когда я помню. Не говори. Очень выгодное вложение. Потерял немножечко здоровья, а оно мне все равно восстанавливается. А, у тебя само восстановление? Да, типа щит немножечко умирается. Так, это же сокровищница была, правильно? Да, вроде да. Ой, что происходит?
Тебя окружили духи темных всадников. Ага. Долго угура. Блин, я потерялся. А вот и гоблины пошли. Это не гоблины, это обезьяны. Ну мы будем считать, что это гоблины. Это же темные всадники Долгого Улдура. Как они там? Как же их звали, я уже забыл. Назгулы. Как ты забыл? Да-да-да. Говорят, некромант вернулся. За Лордерон. Бессмертные, что ли? Время знаем. Читеры ну, какие-то. О, питание выполнено. Эх, хороший, наверное, сундук с сокровищами. Был бы у меня такой сундук, я бы с тобой поделился. Обычные снаряды, обычные снаряды. Не. Продам. Костянка какая-то. Gunfire! Туру-туру-туру, туру-туру-туру, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну и чё, хороший сундук. Смотрим. Было очень интересное. Чё там было? Хитрый навык. Вот. Чё ты уже начинаешь тупить? Уже хочется, знаешь, найти и закончить эту игру. Это сейчас 3 часа ночи, да? Я уже сам сижу, залипаю. Вы забыли на Северном полюсе. Вы должны жить на Южном. С этой игрой вот такая проблема, что если ты... Знаете, как бы поначалу она там прикольная была, типа, ну, 10-20 минут, потому что ты умираешь быстренько, как бы, и ну ладно, я устал немножко, хватит.
Вот. А как начинаешь, это, знаешь, как эти старые ретро-аркады там на Желетоне. Чем лучше ты играешь, тем дольше ты времени. То есть мы, помнится, с комрадом на работе была приставка такая, и, значит, мы вначале в этот контру пятую или какую-то там. Ага, да. Играли, и потом. Контру пятую играли, и он поначалу там, типа, спокойненько там, знаешь, ну, 20 минут поиграем и пойдем дальше. Потом что-то мы как-то очень хорошо начали играть. Дальше 20 минут, там, 30-40 минут. Уже как-то не очень это выглядело, то, что мы, ну, типа, скопим. Пришли там немножко после митинга. Ну, понятно. Ага. Ну, так и тут, то есть, как бы... Вот это, мы уже играем почти 2 часа. Да. Ты как вспомнил, как мы с товарищем тоже пытались пройти Battletoads первый на Sega. Я тут достал приставку. Ну, это было относительно недавно, наверное, лет, может быть, 10 назад. У меня просто приставка есть сеговская. А это же самая знаменитая непроходимая игра. На реакцию. Battletoads. Да? Да, на Сеге. Там, ну, там просто дичь лютая творится. Там нужна нечеловеческая реакция, чтобы пройти эту миссию там одну. А дальше еще хуже. Мы, короче, просто, мы уже смеяться не могли. У нас уже была такая паника. Я уже пошел на крайние меры. Я взял обезжириватель, обезжирил пальцы, обезжирил джойстики, чтобы... Пальцы не скользили, но нам все равно не хватало реакции. Мы, короче, весь вечер просидели в эту игру, ну, я не знаю, наверное, часов 6-7. А сохранений-то нету, каждый раз откисаешь и заново проходи до этого момента. И, короче, мы потом с ним на улицу вышли и просто тупо молча вдвоем бродили. Полностью опустошенные от того, что нам так и не удалось пройти эту сраную миссию с этих на байках там, когда надо препятствия перепрыгивать. Ага. Это что-то вообще было. Ой. Че это не так? А Battletoads первый считается вообще одной из самых непроходимых игр вот на Сеге. Это вообще вам просто жесть. Она на Денди, кстати, тоже была, на NES. Я верю. Подожди, а Денди это у нас кто? NES? Famicom? Да-да-да. Да? Да. Давай, где ты? Вот здесь возможно отвиснуть. В общем, ты играешь, я смотрю. Войстрим. В конце заглядываюсь. Заглядываю с боссом постреляться, не успевая стрельнуть, ты уже убиваешь. Не, ну игра прикольная. Ну, у меня просто с оружием так появилось. Получилось. Ну, ну видишь, тут сочетание. Ну и, в общем-то, это ну, да. Самый первый уровень, как бы. Да, ну я тоже сейчас пока уже понял, как эти сочетания сочетать. Уже более грамотно. Поначалу-то я вообще не понимал, что к чему, да, и играл так чисто основываясь на интуицию. Сейчас уже понимаю, что у меня оружие огненное поджигает врагов, значит, огненные скиллы брать. Да. Рандом на рандоме и рандом погонять, но я так не знаю. Да, вот я подобрал. Подгоняешь из того выбора, который ты есть. Ну да. Вот я подобрал прикольный свиток, который накладывает на мою сферу опутывающую тот эффект, которым способствует оружие, которое в руках. У меня получается огненная опутывающая сфера. Вообще прикольно получилось. Бля.
Ну, я так понимаю, если бы нас играло 4 человека, особо быстрее бы это не получилось. Ну, за исключением убивания врагов. Это же, считай, свитки на всех 4 тогда были бы, да? Ну, тут вообще стояли все, выбирали бы. Рассчитывается как бы на... Ну, то есть, в этом смысле, игра все-таки рассчитывается на... Как а бы... ты играл на более высоких уровнях сложности? Да, я там, по-моему, на максимум доходил. Вот, я говорю, я там в определенный период... Ой-ой-ой, как... Я вот просто пока не понял, как так быстро меня убивает. Вроде броня... Скидывается, а здоровье health point вообще просто сдувает от одного попадания. У меня свиток какой-нибудь стоит дурацкий. Может, кстати говоря. Надо глянуть. Банами. Выглядело опасненько. Это не больно, да. Сырого после ранения восстанавливаю 52 желание мстить. Ага, не, вот этот хороший. И после рыка немножечко восстанавливаюсь. Так, ну что? Давай, товарищ. Эй, без рифа. О, мы нашли наконец-то. Да. Так, я уже взял в руки мышку, положил руку на клавиатуру. Спасибо, спасибо, спасибо. Я вам безмерно благодарен. Давай сейчас зачистим эту локацию, и может быть... Может быть... Смотри, что у тебя там в этих... Давид и аура, острые диски и пожиратель звезд, и все плюс 10. Так, свитки, свитки, свитки. Оружие, урон, заряд, не то, 25, минус 100 к сопротивляемости. А вот, смотри. У меня свиток... 9 жизней, минус 100% к сопротивляемости урону. Но урон не может превышать 14% от живучести. Ну вот, лучше выкинь и продай его. Ты можешь его продать? Не знаю, я выкинул сейчас, но пока не знаю. Так, Соколиный взгляд, 2 умножителя критического урона на 50 к урону от оружия, если выстрел не критический. Так, это не то, это не то. Угу.
может быть, он и есть. Усиленная скорлупа. 15% сопротивляемости урону, когда щит, броня не уничтожены. А иначе минус 15. Вот это тоже. Нахрен. Я же говорю, у меня щит сносит, и я просто за 3 секунды прям раз и все. Ну да. Ну все. Так, а продать я не могу. А, вот на тебе. Мне не нужно. Щит, броня. Да. Забирай, да, это хорош. А у меня как раз брони нету. Так, что еще? Это что за проход там такой? Вот такая тебе нужна? Там не пройти уже, к сожалению. Да? Я думал пройти. Так, пушка не нужна, я ее продаю. Да, нет, не нужна. Все, тогда покажу. Закончим эту эпопею. Ну вот, другое дело. Вот, блин. Ну, то есть можно понять, насколько важно выбирать правильно, а не просто хватать все подряд. Взял себе, просто заруинил все. А у тебя 3 этих самых? 1. Один такой вариант, да? Угу. Вот мне тоже, конечно. Ну, что-то... Минус 40 наносимому урону. Наносимому и 20 к получаемому урону в течение 6 секунд врагам. Нет, спасибо, не надо. Спасибо, не хочу. Золотой кубок, нет. А, это враги наносят. Тут просто так написано. Это враги наносят на 40% меньше урона и получают на 20 больше. Тогда берем. Если бы не дополнительная расшифровка снизу, то я бы не понял.
Что это такое? Раньше был только белый медведь. Тут прям кто-то новенький. Ну что, посмотрим. Галактика на поясе Ориона. Ага. Так, пожиратель звезд, гроза, Аргус. Аргус. Так, то есть сейчас вот то, что прокачаю, в следующий раз это уже все будет опять бесполезно, да? Ну, в общем-то, да. В следующей сессии. Да. А деньги сохранятся? Не. Деньги тоже пропадают, монетки? Да, так что не парься. Это все в пределах одной сессии. Там другая валюта между сессиями. И... Вот. Понял. Ну, там, чтобы сохранить. Потом это будет дополнительно добавляться. А у тебя сколько здоровья? У меня вот 65. И брони, и здоровья. 204, но без брони. А, ни хрена. У меня плюсик, и я еще у красного сундука забрал. А, нет, смотри, медвежонок. Я умер. О, вошли. А то я в первый раз вообще не мог его победить. Хотя, может, я на более сложном выбирал. Мне кажется, немножко подрегулировали это слово. Хотя, черт его знает. Yeah. Такой давний враг, да? Да не, я его просто не проходил. До сих пор. Ну вот видишь, с тобой. Святыня грома. Так к нему нельзя подойти близко, а? А, смотри, знаешь, что можно сейчас сделать? Скинь мне все свои свитки. Просто все скидывай. Ни хрена, тут гора свитков. Ага, ага, ага. Окейшки. Так, а теперь... Он мне уже, наверное, не... Теперь ты собирай. Да, у меня здоровье поднимается. Забирай просто. Так, а мои подбирать старые? Забирай, все подбирай. А, у меня уже все в собственности, остальное. Да? Все, больше ничего нету? Угу. Окейшки. Нет, ну ладно. Все остальное есть. Все, пошли. Пошли.
Ей, вернуться в трактир. Yes. А, это я 8 раз умер. Нет, упал. А, это сколько раз ты помогал? А, то есть эти, я тебя 3 раза успел поднять, а 5 не успел. Вот так вот считается. О, 31 свиток. У тебя что, какая-нибудь есть? Да, что-то было какая-то, я, честно говоря, проглядел сейчас, что-то выскакивало. Ну вот, так, я поэтому эту херню и сказал. А, понял. Ну, здорово, спасибо. Так, способности теперь прокачивать. Ты. Ага. О, интересно, какая-то... Сколько у меня... А, тут цена... Блин, что-то понаделался каких-то ачивок. О, или я могу пробить мерцающую трещину. Что ты можешь пробить? Дает способность пробить мерцающую трещину. Ну вот, это как раз. Это приведет сокровищницу, да. Че, много у тебя этих? 500 с чем-то, вот сейчас я прокачиваю. Угу. Сумок, возможность изучить больше дополнительных навыков. Зарядом навыка. Ну как дорого. Дополнительный навык восстанавливается, когда потрачено. Понял. Начальный сундук с оружием. А что за начальный сундук с оружием? Там можно любое выбрать? Ну, там будет небольшой выбор. Чуть больше, но не принципиально. Это так. Так, интересно. Продающий торговец может выкупить свитки. Вот, наверное, да? А, это, наверное, ему продать можно конкретно. Ну вот, когда ты... То, что у меня было, то, что можно эти... непосредственно оружие и свитки продавать. Как-то так. Ну что? Понял. Там разобрался или еще будешь? Да вроде так разобрался. Ну, я имею в виду, что я сейчас, наверное, уже хотел бы. Надо было вот этот прокачать, жалко откатить. А, можно откатить. Отлично. Я хотел. Хотел бы уже все уйти. Да. Уже, блин, 4 часа. Мы тебя не отпускаем. Ага. Так, а мы сейчас с тобой где-то в лобби встретимся, типа. Ну... Достигну 26 уровень. Ага. Тут 188 О. максимально в данный момент. А-а-а. Там получается. А ну и вот если сейчас. Ага. Если я сейчас нажму приключение, это что, типа, мы опять в приключение пойдем? Ну, мы как бы до сих пор в партии.
Понял. Ну да, получается, ну, просто выхожу, да, из игры. Да. Ну что, давай тогда закругляемся. Ну давай, да, закругляться. В общем, всем да, спасибо, кто смотрел. Мне игра лично понравилась, интересная. Просто надо было немножко в нее вникнуть. Угу. Вот. И не совершать ошибок с неправильными свитками. Так классно, с удовольствием еще поиграю. Да, даже бой. Мне. Вот. Я играл в свое время, как бы у меня... Если вы будете смотреть запись, то вы увидите, что у меня тут все прокачано. Но это, тем не менее, мне было прикольно поиграть. А вот специфические механики, вот специфический китайский геймдизайн в некоторых местах. Но, тем не менее, он как-то так подхватывает и вот играется на ура. Да. Ну, здорово. Ну, вот все тогда, даже не знаю, что еще можно дополнить. Вот. Класс, супер. Всем спокойной ночи. Пора спать. А, 5 утра. Это точно, да. Да. Ну все, да, подписывайтесь на каналы, все ссылки в описании. Канал Дреда тоже в описании. Заходите в кооператив Дружбу, поиграем вместе. Все как обычно. В общем, да, пошли спать. Да. Голова не варит. Да, все, таков путь. Ну все. Увидимся, да, дорогие товарищи, в этой или в другой, да, игре. Да, все, спасибо. Пока. Всем пока-пока.